В условиях крайнего севера оказалась часть юга Екатеринбурга, которую кто-то по простоте понаехавшей души может и считать вторчерметом, но аборигены военных городков Никаноровки и Палисадной такого насмех подымут. Приставка «бес» обрушилась на улицу Дорожную, обнимающую с трех сторон 19-й военный городок и отделяющую его от городка 32-го, упираясь в предгорье Леснички и зачатки юго-запада. Именно на этом участке, как стрела прямом, и случилось наводнение с последующим обледенением. Историки относят начало этой эры еще к глубокой ночи со вторника на среду, когда с приходом морозов, чисто случайно так совпало, какие-то тектонические процессы, движение плит и так далее под землей порвали какую-то трубу с какой-то водой. Вчера в 8:30 утра в ЕМУП водопровод приняли по этому поводу заявку, а отправили туда аварийную бригаду выяснять обстановку. Та утечку на вкус попробовала и определила, да, это наша вода, водоканалье. Причем конкретно из лопнувшего магистрального водовода диаметром, страшно подумать, аж 500 миллиметров. Сразу же было объявлено, что окрестные жители, число которых удвоилось, если не упетерилось, с постройкой здесь нескольких небоскребущих человейников на месте мегамассива гаражей, без холодной воды не останутся. Причем не за счет того, что перестанет быть горячей вода из крана с красной пимпочкой. Подавать ее гражданам обещали по какой-то секретной схеме переподключения. А основные раскопочно-археологические работы назначены были на сегодня. Впрочем, это вовсе не означает, что сегодня же они и должны были триумфально завершиться. Водовод – дело тонкое, а где тонко, там и восток, по-французски «ориент», если правильно я. Если я правильно ориентируюсь, долгов там. Ориентируешься правильно, а долгов там.